Если взять листовой каркаде, высыпать в глубокую миску, залить кипятком. Ух, горячо. Добавить 1 столовую ложку уксуса. Перемешиваем. Опускаем в этот компот вареные яйца так, чтобы компот их полностью закрывал. Закапываем их туда, чтобы было не видно. Закрываем крышкой, идем спать. Утром откапываем яйца, достаем и выкладываем на тарелку сушиться. Когда высохнут, получите стильные, красивые космические яйца. Смотрится очень круто, необычно и оригинально. Светлой Пасхи, друзья!